пожаловать в мой дом. Наконец мы переехали. Сейчас покажу, как выглядит корейский дом. Этот дом находится в Сеуле. Совсем новая квартира. Только в этом году построились. Я думаю, вам очень интересно будет. Покажу. Сначала это дом для обуви. У меня очень много, поэтому вот так. Я купила вот такая штука. Вот два этажа делали. Либо такая. Когда вы можете экономить место, соль. В нас в Корее принято оставить соль, где ваши обуви. Тогда покажу, как выглядит нашу квартиру. Пойдемте. У нас в Корее очень интересные тапочки. Вот такая штука. Когда вы вот так ходите, вы можете помыть пол. Были остатки просто вот так вот так. И можно стирать. У нас вот такая штука есть. Здесь можно позвать лифт, можно закрыть газ. Еще здесь тоже есть мои обуви. Это на самом деле туалет Юна. В предыдущей квартире не было такая ванная. Но сейчас есть бомбочка для ванны. И... Та-дам! Это моя комната. Здесь можно контролировать градуса, яркости, света. Сейчас желтый цвет, но я поменяю на белый. Тогда будто превращается. Кровать мы заказали матрас из Германии. Очень-очень удобно. Наши Юна. Лампочка. Здесь мой шкаф. И здесь мы специально сделали свет, потому что здесь темно, поэтому не видно. Большинство декоративная косметика. Здесь я крашу. Шоуни, мои кисточки. Здесь есть мои украшения. Теперь покажу мой туалет. Здесь есть шампунь, зубная щетка и так далее. Я тестирую пока косметику. У меня косметики, конечно, это не все. Будет на моей косметике. Многие спрашивали, Кёна, ты всю помнишь косметику, которая здесь? Ну, я все помню. Здесь тунер пед, а здесь я повесила очки. Сыворотки здесь тоже. Здесь декоративная косметика. Здесь я сумку поставила. Здесь тоже есть. Да, я маленькая, поэтому будто беспорядок. Здесь очень интересная штука. Если вы нажимаете пульт, то так поднимается. А вот так. Та-дам! Это дом для стиральной машины. Это моя мама подарила. У меня Samsung. Конечно, я кореянка, мы живем в Корее, поэтому да. Это стиральная машина. Сушилка. Это пульт. Я включу. Вон там тоже есть пульт, но я маленькая, поэтому руки не достанут. Здесь я могу выбрать либо стиральная машина или сушилка. А здесь можно положить парфюм. Тогда это очень хорошо пахнет. Манукьян подарила. Здесь Юн до свадьбы, а здесь Юн после свадьбы. Лицо чуть-чуть два раза стало. Добро пожаловать! Это комната Юна. Это стайлер. Здесь такая штука, как утюг. Здесь помещать. И вот так положить. Здесь вода есть. У них очень много разных функций. Все функции. Очень удобная штука. Еще убирает бактерии и пыль. Это тоже моя мама подарила. Так, духи, которые мне нравятся, я поставила на первом ряду. И там тоже есть. И блаш. Я здесь положила маски, но у меня это не хватает. Почебрашка есть. Это тоже все маски. Очень много косметики, свечки. Это мое любимое место. Бомбочки для ванны. Моя подружка подарила Юне. Вот так выглядит. У меня шкаф. Мы это все сами заказали. Вот так поставить. Это гостиная. Здесь я поставила на грозине. О, какие милые матрушки. Где тоже есть. Скоро Рождество, поэтому мы вот так поставили. Воздух очищающая штука. Дед Мороз, который хочет украсть что-то. И наши свадебные фото. И здесь, когда Юн делает предложение. И я наконец покажу. Моя самая ценная штука. Это стулья. Я сама заказала 2.4 метра. Это мы заказали у мастера мебели. У кого больше 152 года,
опыт. Дерево мы тоже заказали все, и это тоже. Я попросила здесь сделать как волна. Вот здесь как озеро выглядит. Мы поставили монетку, чтобы пол не портились. Наш холодильник. Я не очень умею готовить, поэтому холодильник немножко пустой. Кто хочет готовить, я приглашаю ко мне домой. И мама отправила мне кимчи. Зимой это время делать кимчи. Вино. Здесь моя кухня, мне нравится рампочка. Очень важно экономить мусор. Когда мы выбрасываем еду, нужно оплачивать, сколько мы выбросили. Здесь всякие мои разные протеин и чай. Аленка. И для корейцев очень важна такая рисоварка. Это я сама сделала. Очень это фраер, когда вы хотите жарить что-то. Жареная картошка, либо котлеты можете делать. Здесь есть кружка. Ступени, чтобы я могла доставать вот так. Крошка очень красива, поэтому я хочу еще купить. Я здесь кушаю и смотрю телевизор. Телевизор его зовут Чини. Если я громко скажу его имя, он реагирует. Например, Чиня. Netflix 틀어줘. Netflix가 이미 실행 중입니다. Еще он найдет для меня пульт. Я часто потеряю пульт. Чиня, ремоукон где? Ищи через мелодию. Ту я заказала, чтобы подошел с этим цветом. Достар. Еще мы повесили. Нравится белые тарелки, поэтому купила. Только белый. Это придет. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что вам интересно было, как выглядит корейский дом и точнее наша квартира. Тогда аньон. Интернет новоселье все закончилось.